на восковой печати Джеки и на этом артефакте один и тот же знак. Что бы он ни значил, он связан с тьмой, и меня это напрягает. И я по-прежнему не знаю, что за символы напечатаны на бумаге. Достаньте чувака, у которого нашли артефакт. Его зовут Луиджи. Он торгует оружием и контрафактом. Вещица его, так что возьмите его за жабры и расспросите. Все, пока. Ох, подумать только, я прям как мафиози. Проявляю уважение к таким вещам. Ладно, ладно, повеселиться уже нельзя. Что за дела? Приветствую всех. Извините за Джонни. Не обращайте на него внимания, он забыл свое место. Ладно, найдите этого Луиджи. С вами пойдет мой парень, Дольфо. Если что, он вам поможет. Порезвимся. Ну, порезвись. Все, пошел. Должен быть где-то здесь. Так засадил! Хорошо. Придется подождать. Завязывайте с этим делом! Thank you.
Ладно, одним туром все же не получается воевать. Свифти мертв. Сказали, что защитят нас, что Джеки нас не достанет. Меня Винни прислал, я вам помогу! Кожа до кости! Тебя чё, в детстве не кормили? Что? Да я в качалку хожу. Есть у меня одна такая тема. Я тысячу лет собираюсь это сделать, но босс меня вообще на дело не выпускал. Вот теперь я ему покажу, чего стою! Взрывы — это круто! Вот и я о том же, хоть кто-то меня понимает. Я должен быть где-то здесь.
задницу! Но будешь срать костями до самого Рождества! Ладно. В этот раз сердец осталось немного. Ниже пояса? Ну, держись! Не знаю. Они сказали, что убьют нас, если мы не поможем убрать Джеки. У них адреса всей моей семьи и семьи любовницы. Я не знаю, откуда они взялись. Это очень серьезные парни. У меня не было выбора. Я не вру. Бэ-бэ-бэ. Хорош трепаться! Убей его! Кое-что странное нашел. Нехорошее и воняет скверно. Ладно, возвращаемся в особняк. Может, Джонни объяснит, что за хрень вы мне принесли. Ну, на этом пока что все.